В субботу, 18 июля, Кукисумчур отметит 85-летие. Кировчане и жители микрорайона ждут традиционные спортивные состязания, показательные выступления пожарной техники, увлекательные аттракционы и многое другое. Изюминкой праздника станет рок-фестиваль «Тундра Опен». Масштабная праздничная программа развернется сразу на двух площадках. Все спортивные мероприятия, это волейбол, велокросс, пробег, это все будет, конечно, опять же, на поле Умецкого. А чтобы людям было попроще добираться, тут есть у нас неплохой центр города, где проходит елка, всегда у нас здесь стоит. Поэтому решили праздник устроить здесь. Благодаря поддержке Кировского рудника на площадке детского городка появится сцена и аппаратура, необходимая для проведения музыкального фестиваля «Тундра Опен». В нем примут участие рок-группы из Мурманска, Апатитов и Кировска. Приходите, пожалуйста, на наш концерт «Тундра Опен», который пройдет в микрорайоне Кукисумчур с 16 до 19 часов. Будет очень круто, будет очень зажигательно и очень весело. Помимо концерта, гостей праздника ждет детская игровая программа, выставки, аттракционы и многое другое. Подробную афишу можно найти в группе Кировского городского дворца культуры ВКонтакте. Всех жителей микрорайона приглашаю на праздник. Будет весело, интересно. Приходите. Остается только надеяться, что погода не подведет.